Рада вас видеть. Коллеги, рада, что вы сегодня со мной. Тема очень интересная и необычная, и я надеюсь, вам будет полезно и интересно. Но для начала не поленитесь, пожалуйста, в чате напишите, кто у нас сегодня присутствует. У нас сегодня педагоги, у нас сегодня воспитатели, у нас сегодня библиотекари. Это тоже, кстати, очень важная категория людей, которые связаны непосредственно с чтением. У нас сегодня родители. Маякните мне, в каком статусе вы сегодня на вебинаре. И, соответственно, учитель-логопед. Отлично, Дарья. Ну, я думаю, что вам это тоже... вам как никогда это будет интересно. Я понимаю, что очень многое вы знаете об этом и скорее всего, работаете с этим. Угу. Учителя английского, супер. Самые заинтересованные люди всегда это учителя английского языка. Отлично, просто замечательно. Библиотека, ура, вот, есть еще одна моя любимая категория слушателей. Итак, коллеги, немножечко представлюсь, да, кто я и почему я буду сегодня вам рассказывать о теме столь, казалось бы, не педагогической, да, больше действительно этим занимаются логопеды. На самом деле ситуация сегодня такая, что эта тема актуальна для всех, и я пытаюсь всеми силами своей души, знаниями, которые обладаю, донести эту основную мысль, что самые, скажем так, на первом фланге у нас учителя находятся, которые сталкиваются с дислексией. Родители сталкиваются и не понимают, что это дело, что делать с этим, да, а учителям приходится что-то делать. Ну, сегодня я расскажу о поддержке, что можно сделать, помогая и взрослым, и детям с дислексией, и почему шрифт все же играет немаловажную роль в восприятии информации дислексиков. Меня зовут Ермолаева Жанетта Евгеньевна, я нейроучитель, я кандидат филологических наук, доцент кафедры лингводидактики РКИ билингвизма МПГУ имени Ленина. Я учитель-логопед, главный редактор портала eduneo.ru. Но самое, наверное, главное, я сама дислексик. То есть все, что сегодня я буду презентовать и то, о чем буду рассказывать, это непосредственно и про меня в том числе. Ну что, немножечко о том, что нас сегодня с вами ждет, да? Это план вебинара. Я расскажу, что такое дислексия для тех, кто... Я понимаю, что здесь коллеги, да, но кое-что из того, что действительно, ну, скажем так, является важным, да. Как понять, что у вас или у ваших учеников есть дислексия? Какие существуют методы помощи людям с дислексией и учителям, в частности, да, чем может помочь учитель, чем может помочь воспитатель, чем может помочь родитель? Какие и непосредственно про странные шрифты, которые решают очень важные вопросы. И расскажу сегодня о том шрифте, которым, как вы видите, написана моя презентация. Презентация тоже странная на первый взгляд, но странная для она для нормотипичных людей. А для дислексиков она просто феерическая, как выясняется. Почему? Объясню чуть позже. Итак, начнем про дислексию. Вы знаете, что подходов очень много к дислексии. Да? Есть западный подход, где, соответственно, под дислексией понимают все. Это и дисграфия нарушения письма, это и дискалькулия нарушения счета, и СДВГ тоже чаще всего относят к дислексии, то есть считают таким комбо, скажем так, да, и диспраксия, все вот это вот в одной такой нише, которую на Западе преподносят как дислексия. У нас в России есть четкие разделения о том, что является дисграфией, что является дислексией. И, соответственно, есть критерии, которые мы относим к одному явлению и ко второму. Когда мы говорим о дислексии, мы говорим
о таком состоянии, основным проявлением которого является стойкая избирательная неспособность овладеть навыками чтения, несмотря на то, что интеллектуальный уровень и ребенка, и взрослого, и речевое развитие ребенка в принципе соответствуют условиям обучения, то есть оптимальны, нет никаких нарушений. Казалось бы, нет никаких нарушений слухового анализатора, нет никаких нарушений зрительного анализатора. На самом деле есть, и современные исследования в области оптики изучения глаза, да, людей, и современные исследования в сфере психоакустики говорят, что есть у дислексов изменения. Современная МРТ нам показывает изменения в головном мозге, которые присутствуют у дислексика. Почему столь необычное восприятие всего? Да? Осевым нарушением при этом является стойкая неспособность овладения и слогослиянием, и автоматизированным чтением целых слов. И, соответственно, иногда это сопровождается недостаточным пониманием прочитанным. Конечно же, в основе лежит и строение головного мозга, особенности, да, и особенности анализаторов, и особенности генетические, потому что нельзя сбрасывать со счетов дислексию, которая передается генетически, она действительно передается. То есть на сегодняшний день истинные проблемы дислексии, они учеными не выявлены. То есть каждый из пунктов, и генетика, и поражение головного мозга, и травмы головного мозга, и внутриутробное развитие, все имеет непосредственное влияние. Именно поэтому столь сложно работать с дислексиками, потому что дислексия – это вот такой вот калейдоскоп, который приходится индивидуально каждый раз подбирать к тому или иному ученику. Именно поэтому так сложно учителям в первую очередь, да, у которых обучение – это не индивидуальное обучение все-таки, да, а обучение классно-урочное, обучение групповое. И самое интересное, что на передовом плане у нас действительно не учителя-словесники, к которым я пытаюсь пробиться уже много-много лет, а учителя английского языка, которые вот эти вот все особенности замечают, примечают и пытаются в английском языке производить маломальскую помощь и профилактику. Ну, коль мы говорим о том, что это нарушение чтения, да, в классическом понимании, что же такое чтение тогда, почему столь трудно все это выполняется, потому что чтение – это сложный процесс, который подразумевает синхронную, совместную работу ряда мозговых структур. И для успешного чтения эти структуры должны достигнуть определенного уровня зрелости. Ну и, соответственно, должны быть определенные когнитивные предпосылки. Понятное дело, что если ребенок у вас отказывается читать, это говорит о том, что, наверное, читать ему сложно, да? Ну, разные причины бывают, но чаще всего сложно. То есть когнитивная нагрузка действительно несколько велика для него, и поэтому процесс чтения вызывает затруднения. На всех вебинарах я привожу вот такую вот картинку замечательную, где у нас с вами посерединке в этом майндмэпе находится чтение, ну и, соответственно, все, что связано с чтением и, соответственно, каким образом процесс чтения выполняется, да, что у нас происходит и что у нас задействовано. Глаза, уши прекрасно, да, соответственно, глаза – это восприятие образа, восприятие деталей, детали – это форма и цвет. Уши – это у нас, опять-таки, восприятие и анализ, и восприятие и в речи, и звука. То есть одно без другого не существует. И если идет нарушение слуховое, то мы готовимся к тому, что идет нарушение, соответственно, глаз и всего вестибулярного аппарата, потому что ушки у нас тоже влияют на вестибулярный аппарат. Здесь же, что касается ушей, очень важную роль играет так называемые особенности языка. На сегодняшний момент вот
Мы вместе с моим коллегом Харисом Валиевым проводили эксперимент психоакустический, восприятие языковое и степень, ну, скажем так, частотности языка. Проводили в сравнении с двух языков, это английский и русский язык, потому что чаще всего с проблемами дисграфии в нашей стране сталкиваются учителя русского языка, учителя русского языка как иностранного и учителя английского языка. И выяснилось что? Выяснилось то, что у нас английский язык, он высокочастотный. И многие дети, например, с расом, с дислексией, предпочитают обучение английскому языку, потому что оно для них как бы условно легче. Хоть и есть проявление дислексии, мы без этого никуда не денемся, но, тем не менее, все зависит от чистоты языка. Английский дается проще. Русский язык, так называемый язык низкочастотный. Что это значит? Низкая частота. И что значит высокая частота? И почему ухом низкочастотный язык при нарушении, соответственно, дается хуже людям с особенностями, скажем так, да? Высокочастотный язык – это язык, у которого большинство сочетаний идут в сочетании с гласными звуками. Соответственно, он более высокий и более слышимый для уха. Русский язык имеет сочетание бржр-мр, который практически без гласных, и разрыв между, в слове между гласным звуком и согласным звуком очень велик. То есть приходится перестраивать речевой аппарат достаточно быстро, возникает очень сильный шум, и речь практически не воспринимается. Для того, чтобы понимать иностранцам русскую речь, необходима большая степень наслушанности, да, ну и, соответственно, адаптации уха. Если есть нарушение в, я не знаю, там, застудили мы ухо, то, соответственно, и качество слышимых звуков будет тяжелее. Если у нас с вами чтение – это не только глаза и уши, это еще и наш язык, безусловно. Соответственно, его чувствительность, его движение – это кожа, это мышцы, это наше равновесие, опять-таки, равновесие и языка, потому что, если вы вспомните физиологию, анатомию, на нашем замечательном языке держатся практически все органы. Да? Он такой мощный, и все органы держатся на нем, а язык у нас непосредственно связан с глазами. И я люблю приводить этот пример, кто бывал у меня на вебинарах, может быть, знает. Да? Для того, чтобы понять, как связан язык с глазами, стоит что сделать? Щелкнуть языком и посмотреть, куда в этот момент у вас поднимутся глаза. Глаза автоматически поднимаются наверх, связь непосредственная. И положение языка, соответственно, в покое – это на верхнем нёбе у нас. Да? Логопеды прекрасно об этом знают. Соответственно, и глаза в этот момент автоматически должны подниматься наверх. Ну и как же связаны, скажем так, мышцы, тело наше, руки, движения с, ну, например, с языком с нашим. Тоже очень люблю этот пример. Попробуйте сейчас вместе со мной это упражнение. Приходим с вами в состояние покоя. Рот у нас закрыт. Язык у нас на верхнем нёбе лежит, отдыхает. Вот у нас есть наш пальчик замечательный. И мы начинаем пальчиком дотрагиваться до щёчки нашей, левой или правой. И прислушиваемся, куда в данную минуту, секунду хочет проследовать язык. Можно другой рукой, можно сюда. И вы почувствуете, как ваш язык, вольно или невольно,
у него возникнут позывы последовать вслед за, соответственно, пальчиком. Да? То есть наши руки, наш язык, наши глаза, наши уши, все вместе связано. Соответственно, мы обучаемся и читаем, и пишем практически всем телом. Да? Даже вот посмотрите, и руки, и ноги, да, играют в этом непосредственную роль. Конечно же, задействована психика, это и внимание, это мышление и регуляция. И вот теперь представьте, если где-то вдруг возник сбой. Если возник сбой в ушах, соответственно, смотрите стрелочками, да, что у нас нарушится? У нас нарушится и связь с глазами, у нас нарушится и память, у нас нарушится, соответственно, связь с мышлением, с регуляцией, безусловно, с вниманием, ну и, соответственно, с чувствительностью. То есть сбой на любом этапе может привести к проблемам, связанным вот с дислексией. Механизмы я вам вывела на экран, так как здесь специалисты, я думаю, что все в курсе, да, что несформированность у нас есть языковых систем, ну и, соответственно, несформированность психических функций. Вот то, на чем тот майндмэп огромный, который я привела, он, в принципе, укладывается вот в эту вот табличку. Кому воспринимать удобнее табличный вариант, пожалуйста. При дислексии идет нарушение движения глаз в процессе чтения. И у многих детей движение глаз при чтении хаотическое, беспорядочное, неравномерное, скачкообразное. Отмечается большое количество регрессий и излишняя длительность фиксаций. Дело в том, что при дислексии действительно вот эти вот скачки, они обусловлены тем, что восприятие и декодирование буквы происходит очень медленно. Я не буду приводить примеры, как видят дислексики. Каждый дислексик видит по-своему. И, соответственно, буквы могут и прыгать, а буквы могут вовсе не прыгать. Они могут расплываться, они могут быть нечеткими, они могут не распознаваться и растекаться, и вообще можно просто не узнать букву. То есть ты понимаешь, какая это буква, но прочитать и вывести ее в артикуляционную, в артикуляцию возможности нет. То есть сбой идет между глазами, соответственно, выводом в речь. Глаза распознают, а речевой аппарат не дает вывести. Да? То есть вам ребенок просто не может эту букву назвать. Он понимает, он ее уже миллион раз у вас слепил, он уже ее вырезал, он даже знает, что это за буква, но при чтении назвать ее не может. Соответственно, он постоянно глазками возвращается к прочитанному тексту. А если еще и текст несколько неудобен, то таких регрессий может быть миллион. Как мы здесь можем помочь? Мы можем помочь с помощью цветных пленок. Действительно, очень многим детям помогает. Есть специальные очки для цветокоррекции. Я думаю, что логопедам они известны. Но я, например, как учитель, как педагог, пользуюсь папками цветными. И вот эти вот пленочки, они действительно облегчают. Облегчают окошечки для чтения, когда у нас каждое слово, каждая фраза какая-то, в зависимости от того, как вы натренировали ребенка, выделяется отдельно и ничего в процессе чтения не мешает. Использование специальных удобных шрифтов для чтения – безусловно, потому что, ну, скажем так, цветные пленки – это хорошо, они притупляют фон, на котором написан текст, потому что белый, очень яркий цвет, он мешает и раздражает глаз. Я, например, в принципе не люблю яркий цвет нигде, и в помещении в том числе, и стараюсь везде, где только можно, вот,
приглушить его, сделать более теплым, а не холодным. Да? Ну и, соответственно, что еще помогает? Помогают глазодвигательные упражнения на снижение напряжения. Эти же упражнения помогают не только дислексикам, они помогают и детям, и взрослым с СДВГ. На себе испытано, потому что спазм глазной, опять-таки, может быть очень сильный, и, соответственно, даже при 100% зрении, при 100% зрении, спазмы при чтении такие, что распознать текст практически нереально. Как я уже сказала, дислексии очень много. Да? Вот мы сейчас говорили о глазах, то есть говорили об оптической дислексии, когда ребенок смешивает буквы в плане прочтения. То есть буквы зеркалятся, буквы не распознаются по своему образу. Очень много похожих букв. Да? Есть так называемая фонематическая дислексия. И здесь на первый план выступает не образ буквы как таковой, а смешение между собой звуков, сходных по артикуляционным или акустическим признакам. И вот распространенное побуквенное чтение, искажение звуковой структуры слова, добавление, пропуски, перестановка звуков и слогов. Когда я что-то читаю с листа, мне всегда коллеги спрашивают, с какого раза ты этот текст тренировалась читать. Так сколько бы я ни тренировалась, коллеги, даже сейчас свою собственную презентацию, я читаю очень медленно. В принципе, медленно. Любой текст. Уже, конечно, не послоговое чтение. Уже чуть-чуть коррекция какая-то за эти годы произошла. Коллеги мои тоже постарались. Вот. Ну и, соответственно, уже не совсем побуквенное. Но сохранение побуквенного чтения или вот такого долгого послогового, оно обычно присутствует. Читать тяжело и физически, читать тяжело и соответственно, эмоционально и когнитивно очень большая нагрузка. И на уши, когда ты не можешь распознать, что же сказал учитель. При этом, при всем, как я уже сказала, русский язык, он низкочастотный, соответственно, давление на уши увеличивается, и распознавание звуков становится тяжелее. Что мы здесь можем предложить? Ну, конечно же, нашу любимую артикуляционную гимнастику. Синтезаторы речи, когда речь преобразуется, письменная речь преобразуется в устную речь. И звукограм, вот я им пользуюсь периодически, рекомендую его своим и иностранным обучающимся, и детям в том числе. А также аудиочтение, то есть чтение с повторением озвученного текста. Текст перед глазами и на фоне аудиальный текст, аудиотекст. Не надо думать, что наше самостоятельное прочтение, наше голосовое прочтение ребенку будет полезнее, чем какой-то аудио или звуковой вариант. Дело в том, что по качеству слышимости синтезированная речь воспринимается лучше и чище. Наша артикуляция несовершенна, к большому сожалению, даже у логопедов, даже у учителей. Синтезированная речь четче, соответственно, воспринимается лучше. Семантическая дислексия. Но я думаю, что вы знаете, что она проявляется в нарушении понимания прочитанных слов, понимании предложений, в понимании текста. И нарушение понимания читаемого наблюдается по технически правильном чтении. То есть слов, предложений, текст в принципе может не искажаться в процессе чтения. Да? То есть механика чтения может соблюдаться. Однако понимание текста может практически не отсутствовать, но тем не менее как бы нарушаться. Но иногда, кстати, и отсутствует тоже в зависимости от качества текста. Что происходит? Особенности какие? Ребенок пытается разделить слово на слоги в процессе чтения, и это дается ему крайне тяжело, потому что слог для него не информативен.
Все говорят, что дислексы видят образами или картинками. Это действительно так. То есть за каждым словом стоит образ. И если слово непонятно, а механика чтения присутствует неплохая, ребенок прочитал, но смысл прочитанного одного слова в предложении ему непонятен, значит, и все предложение будет его, ему непонятно. Он не способен разделить, выделить, скажем так, это слово и попробовать догадаться в семантике, что же оно значит в предложении. И, соответственно, вот этот вот недостаток синтеза приводит к непониманию всего текста целиком. Что происходит? Если вы предъявляете ребенку текст, слово по слогам, потом просите его по слогам его произнести, оно для него изолировано. Перед тем, как работать даже со словосочетанием или предложением, нужно понять, а способен ли ребенок образно представить каждое слово в предложении, ну уж и, соответственно, потом уже в тексте, в том числе. Самым главным является работа с лексикой на данном этапе, с новой лексикой. Максимально отрабатывается каждое незнакомое слово и в английском языке, и в русском языке. Ну а сейчас я немножечко перейду, наверное, к шрифтам и к тому, как можно повлиять на видение и улучшение видения текста у детей. Как я уже сказала, дислексии вот в таком вот чистом виде, там только оптика, или только семантика, или только акустика, или только запоминание. Ну, нет таких дислексий, да. Все это некий такой калейдоскоп, который педагог и учитель должен вот рассматривать с разных сторон. Чаще всего при дислексии страдает многое. И есть легкая степень дислексии, конечно же, да, по какому-то такому, ну, одному проявлению, когда мы можем что-то скорректировать одно, и вот эта вот цепочка помочь ребенку. Но это скорее даже не дислексия, а трудности в обучении. И вот здесь вот я бы хотела, чтобы мы с вами все-таки разграничили трудности, которые возникают, и дислексию. Очень часто сейчас вот как-то принято так, все трудности, которые возникают у ребенка, под вот такой вот шаблон дислексии. Ой, да он дислексик. На самом деле дислексия – это все-таки диагноз, да, коллеги? Это все-таки стойкий характер того, чего мы, к сожалению, не можем изменить. И с этим ребенку придется жить. Дислексия в полной мере не корректируется. А трудности – это то, что можно изменить. Например, у вас ребенок заменяет буквы при чтении. Ну, одинаково они, похожи для него. При дислексии это стойкий характер. И даже если буквы выучены, и даже если буквы вылеплены, вырезаны, уже, я не знаю, запомнены мультисенсорно всеми возможными способами, это не дает гарантии того, что ребенок будет читать быстрее у вас, будет понимать быстрее, скорее всего, механика чтения будет сохраняться, вот такая медленная механика чтения будет сохраняться достаточно долго. Если ребенок заменяет буквы при чтении, но при этом вы даете ему упражнение на запоминание букв, и он выучивает буквы алфавита, потом эта проблема уходит. И самая главная задача действительно вот эту вот букву заучить всеми возможными способами. Пускай она дается трудно, не страшно, зато она дается. И после заучивания букв легче идет и слоговое чтение, а потом улучшается и сама механика чтения.
При дислексии, например, побуквенное чтение будет сохраняться почти всегда, даже во взрослом возрасте, даже если вы имеете ученую степень, скорее всего, побуквенное чтение у вас будет. При трудностях, опять-таки, может сохраняться, но только тогда, когда, например, неправильно научили ребенка читать. Такое тоже бывает. Например, научили читать слишком рано, научили читать так, как ребенку неудобно. Если у ребенка нет никаких трудностей, и он нормотипичный, нет разницы, каким способом его учить читать. То есть все методики будут для него хороши. Если вы видите, что ребенку трудно дается запоминание буквы, это еще не значит, что у него дислексия, но здесь нужно выбрать правильную методику обучения чтению уже заранее. Как бы профилактику сделать, да? Несоблюдение слогов и слов во фразе у дислексиков имеют стойкий характер. То есть перестановка слогов в слове при увеличении механики чтения будет повторяться. Вы не поверите, коллеги, мое любимое слово «молоток». Когда я его прочитываю, я по непонятной причине меняю слоги в слове и читаю «мотолог». Притом я не понимаю, почему очень многие мои коллеги удивляются. Ну как так? Ну как ты не можешь прочитать это слово правильно? А для меня слово «молоток» и слово «мотолог» практически одинаково. Они не только одинаково звучат, но и они практически одинаково пишутся. При трудностях после отработки слогов, шаблонов слогов, да, то есть прочтения слогов и отработка слоговой структуры, эта трудность исчезает. Соответственно, ребенок дальше способен двигаться в чтении, в письме в своем нормальном темпе. Низкая скорость чтения и постоянные запинки. У дислексиков это сохраняется. Медленное чтение, иногда с запинками, иногда с таким немножечко как бы заиканием, такое фиктивное заикание, да, спотыкание, скажем так. Для многих деток достаточно поработать с некоторыми приемами вот такого скорочтения, да, методики скорочтения, чтобы изменить скорость. Сложности с ударением при чтении. У дислексиков это связано с отсутствием образа за словом, и, соответственно, прочитывание слова до тех пор, пока не будет придуман образ и вынесен образ, да, проблемы с декодированием и распознаванием. Для детишек, у которых есть сложности с ударением, достаточно поработать со слухом, достаточно поработать с вестибуляркой и, соответственно, с, ну, со стихами, то, что мы с вами используем в каждодневной практике логопедической или дефектологической, да. И вот эти вот все различия между трудностями и между самой дислексией, я возвращаю вас к шрифтам, в принципе, да, наводят на мысль о том, что как же помочь помимо коррекционной работы, что мы еще можем сделать. Для дислексика восприятие текста – это, пожалуй, самое важное, что может быть. Мы видим текст по-другому, мы видим слова по-другому, мы видим буквы иначе, чем все остальные. И, соответственно, я всегда учителям говорю: коллеги, милые, когда вы предоставляете ученику рабочий лист или предоставляете ему упражнение в распечатанном виде, или же выводите его на экран монитора, пожалуйста, не выравнивайте его по ширине. Чтобы текст был доступен, выравнивайте его по левому краю. То есть правая сторона, вот это вот и выравнивание, и вот эта правая сторона, она у нас как бы подслеповата. Притом подслеповата у всех. Напечатанный текст лучше давать без засечек. Следовательно, использовать в
обычной повседневной жизни шрифты Arial, Tahoma, Comic очень хорошо идет. Ну и, соответственно, есть специальные шрифты, разработанные шрифты для дислексиков. И в этих шрифтах отсутствует курсив. То есть, если вы сейчас посмотрите на вот сюда, на экран, то увидите один из специальных шрифтов, который называется OpenDyslex. Да? Я думаю, что он хорошо знаком учителям английского языка. Маякните, если учителя английского языка есть. Знаете ли вы об этом специальном шрифте? Да, 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 да. Опять-таки, мы этот шрифт использовали в свое время в пособии специальном для, по английскому языку для детей с дислексией. Вообще замечательно, да. Я думаю, что как бы OpenDyslex, он такой известный, но мы его использовали в пособии специально для детей с дислексией, Clumsy and Gracie, по английскому языку. Использовали его, но в латинском варианте он, в принципе, практически удовлетворял потребностям. Хотя для меня, ну, скажем так, он тоже не совсем совершенен. Люди нормотипичные чаще всего его воспринимают вообще чудовищно просто. Многие коллеги, и моя соавтор, в частности, Наташа Поддубная, не смогла читать. Ей было очень тяжело распознавать этот шрифт. В чем его особенность? Ну, во-первых, он существует только в латинской версии. Да, и он общедоступен, его можно использовать всем, и учителям русского языка, и учителям-логопедам, и всем. Он вот такой вот округлый, да, буквы такие кругленькие все, практически все. Но они даже не то что кругленькие, они с утяжелением. Внизу вот такое вот утяжеление для того, чтобы глаз немножечко как бы приземлялся вниз, да, опускался. И видел вот эти вот различия. Но помимо OpenDyslex существует еще специальный шрифт дислексия. Он также имеет свои особенности, и он тоже существует только в латинской версии. Да? То есть использовать его можно учителям английского языка. Этот шрифт был разработан дизайнером, у которого тоже была дислексия. Ну, то есть... Дислексики – это те люди, которые помогают сами себе, да, и в математике, и в языках, и в восприятии текста. Здесь, наоборот, буковки не просто утяжелены к низу, да, буквы, которые, например, P, D, B, они имеют специфику написания, как бы выделение вот этих вот букв, чтобы они были отличимы. И они как бы с одной стороны немножечко приплюснуты, да, имеют такую вот угловатую форму. В данном случае, как вы видите, эти буквы написаны синим цветом на голубом фоне. Опять-таки, почему? Потому что вот такой вот сильный черный цвет даже на приглушенном фоне читается дислексиками достаточно тяжело. И данный шрифт, как я уже сказала, опять-таки, можно использовать только в латинской версии. Что делать нам, тем, у кого кириллический шрифт? Нам же что-то можно? Ну, конечно, мы раньше пользовались, я пользовалась, например, Comic, да, вот этим вот шрифтом Comic, или Arial. Но Arial даже немножечко, ну, скажем так, для меня сложновато оказался, а вот Comic, он более круглый, более такой жирненький, вроде как глазу было даже очень привычно. Несколько лет назад был разработан специальный шрифт, который называется антидислексия.
разработал его Алекс Минс, человек, который до сих пор, я знаю, что выпускает книги на, и переиздает книги специально для дислексиков. У него замечательный проект «100 книг для людей с дислексией». И шрифт, в принципе, в основу этого шрифта вошел OpenDyslex, только в кириллической версии. Но этот шрифт, он недоступен всем, да, то есть мы не можем его где-то скачать и, соответственно, использовать. Однако мы можем использовать книги, которые этим шрифтом сделаны. И я покупала сама своему сыну книги, написанные «Антидислекс». В принципе, могу сказать, что увеличилась скорость распознавания и декодирования букв. И читать было гораздо легче. Единственное, что смущало моего сына, ну, скажем так, то, что буква «В» очень похожа на «Б», и отсутствие картинок в больших изданиях. Это ему прям очень не нравилось. Но, тем не менее, по крайней мере, скорость чтения и понимания прекрасно себя отработали. Но, почему-то не сохранился последний слайд, прошу прощения. И тут мы задумались о том, что, ну, как так получается, что люди с дислексией могут пользоваться только либо теми шрифтами, которые около похожи, да, либо, соответственно, не могут пользоваться ничем. Ага. У меня уже новая картинка. У меня все было в... Так. Почему-то не очень понимаю, почему не загрузилась. Коллеги, сейчас, секунду, можно я еще подгружу презентацию разок? Там, по идее, должна быть картинка со шрифтом уже сделана. Я вроде сохраняла последнюю версию, и как обычно. Сейчас попробую дойти до конца. Вот. Вот он OpenDyslex, вот она антидислексия, а вот он шрифт, который разработал замечательный друг Харис Валиев, потому что немножечко я подустала работать с тем, что предлагает, соответственно, Word. Да, для меня этого оказалось... Угу. Да, можно и картинку подгрузить, ну, если есть желание. Чем особенность... Опять не тот. Нет, не тот. Да что ж такое? Нет, этот шрифт тоже без насечек, но почему-то здесь не та буква «В». Да ё-моё, ну что за жизнь такая? Сейчас, коллеги, секунду. Не хочет так, сделаем по-другому. Ага. А здесь тоже другая буква «В». Мы же его дорабатывали. И, наконец-таки, доработали. Оказалось, мы представили этот шрифт своим ученикам. Ну, я представила этот шрифт своим ученикам. И попросила оценить степень возможности прочтения этого шрифта. И, соответственно, попросила тексты, написанные этим шрифтом, прочитать, ну, и адаптировать, то есть сказать, что же в буквах их не устраивало. Вот эта вот версия, это самая первая версия была, которую мы представили. И меня в этой версии больше всего смущала буква «В», потому что она была очень похожа на «Б».
И мои ученики сказали, что да, когда идет текст сплошняком, если он не написан большими буквами, то различие минимальное. Глаз буква не цепляет абсолютно и читается как Б. Проблемы были и с буквой М. Вот она здесь на экране, потому что М при уменьшении шрифта была очень сильно похожа на N. Буква L похожа на P, и дислексики ее лихо путали с P, несмотря на то, что у P здесь было утяжеление. И тогда мы решили, что нужно попробовать максимально изменить букву и сделать такую архитектуру буквы, чтобы она явно выделялась среди всех остальных. Последняя версия у нас получилась вот такая. Она уже тоже апробирована, и многие коллеги, я знаю, я попросила коллег взять на апробацию со своими учениками и поработать. И я попросила учеников с дислексией нарисовать ту букву В, ту букву М, так, как они ее видят, так, как им удобно ее видеть. Ну и сравнила, соответственно, со своим видением. И вот они, большие буквы. И если вы посмотрите на букву В, то вы увидите, что она несколько странновата. Вы не поверите открытие, которое у нас получилось. Если взять старославянские буквы, старославянский алфавит, то буква В в старославянском алфавите очень сильно похожа на букву В, вот именно так, как ее видят дислексики. И, пожалуй, это стало, ну, самым удобным. Буковку М мы опустили до конца, чтобы она никоим образом не пересекалась посередине вот с этой палочкой у буквы Н. Ну и, соответственно, все утяжеление у нас, как вы видите, ушло вниз. Ирина, нет, этот шрифт без засечек, и он, соответственно, вот такой не совсем обычный, да, имеющий и утяжеление, и имеющий свою архитектуру, имеющий свою специфику. Что самое главное? Как вы знаете, самый лучший... Да, на предыдущем слайде, да. Что самое главное в этом шрифте? То, что вы, как дислексик, можете его пощупать со всех сторон. И ваш глаз, он должен мягко пройтись по букве и увидеть все окошечки, все насечки, все засечки и зацепиться. Опять-таки, провели эксперимент вот какой. Долгое использование этого шрифта, то есть исследований проведено много, западных исследований по поводу того, что шрифты для дислексиков вещь бесполезная, я прочитала миллионы. Но я вам могу сказать, уважаемые коллеги, они не бесполезны, потому что происходит с глазом и что происходит со спецификой восприятия информации, да? Мы говорим о том, что лучший подход для дислексии – это мультисенсорность. Так если ребенок может прощупать букву руками, он ее должен уметь прощупать и глазом. А соответственно, когда вы регулярно видите вот этот вот шрифт перед собой в разных вариациях, ну это я сейчас про себя и про своих учеников, да, когда вы видите его в вариации рабочего листа, когда вы видите его в вариации с заданиями, когда вы видите его в вариации с адаптированным текстом каким-то, да, вы к нему, и он для вас читабельным, потом переход к обычному шрифту выполняется быстрее. То есть ребенок глазом, так же, как и руками, дорисовывает, грубо говоря, там, в кавычках, да, дорисовывает ту архитектуру буквы, которая ему удобна для чтения. И очень многие сказали, что действительно там
регулярно просматривая, да, какие-то вещи с этим шрифтом, потом этот же шрифт накладывается на то, что читаем с экрана. Плюс еще он действительно удобен с чтением с экрана. У нас в субботу состоялась большая конференция на Edunel, которая называлась «Нейроандрагогика». И всю презентацию я сделала для себя, конечно, в большей степени, именно этим шрифтом. И в конце презентации поинтересовалась у коллег, спросила, говорю, скажите, пожалуйста, а вам, как нормотипичным, приличным, хорошим людям, этот шрифт удобен? Они говорят, да, он, по крайней мере, не вызывает раздражения. Но вот это вот и самое главное, чтобы он был удобен и нормотипичным людям, ну и тем людям, которым читать априори тяжело, и детям, и взрослым. Коллеги, есть ли вопросы? Я готова на них ответить. Пишите, спрашивайте. Просто я могу о дислексии и о шрифтах говорить бесконечно, не только о шрифтах, как вы понимаете, потому что я с этим живу и с этим работаю. У меня нет практически сейчас нормотипичных учеников, ни взрослых, ни детей. Угу. Вопросов нет, я так понимаю. Угу. Это здорово. Мы шрифт собираемся в январе месяце запатентовать. И тогда у всех желающих, и учителей, и у логопедов, и у издателей будет возможность воспользоваться этим шрифтом, посмотреть, как он работает у вас, и работает ли он у вас. Что видно на МРТ? Какие изменения в головном мозге? Изменений очень много. Угу. Изменений очень много, сама структура мозга другая немножко. И изменения в лобной доле, префронтальной коре. То есть все это, скажем так, ну, глубинные процессы. Многие говорят про нейропластичность мозга, да? К сожалению, сейчас доказано, к сожалению, говорю, да, сейчас доказано, что у дислексиков очень медленная и слабая нейропластичность. То есть вот эта вот миелиновая оболочка, которая есть, она как бы очень тоненькая. И, соответственно, то, чему головной мозг может обучаться быстрее у нормотипичных людей, перестройка у дислексиков идет очень долго. Именно поэтому долго идет коррекция. Именно поэтому коррекция не просто долгая, но иногда длящаяся всю жизнь. И до конца можно, говорят, много методов есть, да, метод Дэвиса, который избавляет на 100%. Ничего от дислексии не избавляет на 100%, если это дислексия. С этим приходится жить и приходится приспосабливаться. Сейчас принято и медикаментозно поддерживать как бы вот эту вот нейропластичность. Ну, не знаю, может быть, это и действенно. Пока, коллеги, регулярная прокачка памяти, внимания, чтения, работа с телом, бесконечная работа с телом, работа со скоростью, с концентрацией. Бесконечная, всю жизнь. Это те костылики, с которыми, ну, с которыми живут дислексики. Как только можно будет, мы сделаем, безусловно, место, откуда его можно будет скачать и использовать в своей практике. По
пока мы его вот только презентуем. Ну и в рамках проведения исследования мы, конечно, его многим коллегам раздавали в разных вариациях. Это просто последняя версия, которая есть, а до этого еще было 300 версий в разных вариантах, которые бедные наши коллеги апробировали. Так, нейроупражнения. Смотрите, какие? На межполушарку, те, которые дают нейропсихологи, если нарушено межполушарное взаимодействие, они зайдут. А если есть проблемы с переходом, если нет проблем с переходом в устную или в письменную речь, то, ну, как сказать, на координацию движений, да, но не надо ждать быстрых результатов. У дислексиков все это очень долго. Работа с телом, безусловно, с глазами 100%. Вот все упражнения с глазами, которые вы делаете, все упражнения, которые вы делаете с, имеется в виду, с вестибулярным аппаратом, заходят 100% и прокачивают 100%. На внимание 100% работает. Все таблицы Шульте, любое свое занятие, я и со взрослыми, и с детьми начинаю с двух вещей. Первое – это гимнастика. Мы делаем полностью глаза, речевой аппарат и, соответственно, вестибулярный аппарат, да, подключаем. Это первое, что мы делаем в начале занятия. А второе – мы работаем с таблицами Шульте, притом буквенными, с буквами, со словами, с картинками, с поиском слов максимально. На межполушарку, ну… Не знаю, я особого вау-эффекта у дислексиков не видела от координации межполушарки вот это, с пальчиками, с пальчиковой гимнастикой. Зато с координацией просто, просто бомба. Очень хорошо с СДВГ, если у ребенка СДВГ, очень хорошо работает, опять-таки, работа с ушами у СДВГшников. Это уши и это спина, корпус и постуральные мышцы. Угу. Еще вопросы? Нужно быть готовым морально, что волшебной таблетки не существует. Все надеются на чудо, но пока мы имеем костылики. Ну что, коллеги, тогда, если вопросов больше нет, я, наверное, буду с вами прощаться. Угу. Если будут какие-то личные вопросы, можете мне написать, я есть и в ВКонтакте, у меня есть электронная почта, всегда рада буду ответить на все ваши вопросы. Спасибо за внимание. До свидания.